А настоящую карточку святого старца с подписью, благословленную лично, не желаете приобрести? Не желаю. Вышибли вас со службы? Да не то слово. За шею, что называется. Так ведь из-за него, Ирода. А мне 7 ртов кормить. Я думаю, ладно. Пропадите вы все пропадом. Взял карточки. Думаю, ну ежели через него меня со службы вышибли, так пущай он меня и кормит. Кстати говоря, очень хорошо идет паршивец. Особенно на кладбище, по праздникам. А для чего Распутин просил вас следить за Юсуповым? Он подозревал в нем опасность? Нет, ни в коем случае. А следить просил, ну, потому что уж больно княгиня ему приглянулась. Я так думаю. Помолвку он ему устроил, да потом сам об этом пожалел. Докладывай. Часов в 10 Юсупов великого князя на авто увез. В ресторан поехали. Где-то уже с полчаса сидят. Кокаина у них полные карманы. Поехали. Зачем? Поглядеть хочу. Григорий Ефимович, аккуратнее. Князь Юсупов царский любимец. А я что, не любимец? Поехали. Заразным больным, и старая карга запретила Ольге и остальным подавать мне руку. Царица тебя ненавидит. За то, что я ненавижу Распутина. Значит, ты не будешь дядей императора? Твоя помолвка расстроена? Я и не хочу им быть. Зачем ты меня дразнишь? Можно подумать, что твоя помолвка с Ирен так для тебя важна. Какого дьявола ты сейчас молчишь, Феликс? Ты что, влюбился в эту фарфоровую куклу? Она прекраснейшая девушка. Она племянница царя и лучшая из невест. Я тебя пристрелю. Боже, Дмитрий. Зачем ты так? Ты лгал мне? Я тебя разыгрывал. Это шутка. Не смешная шутка умалишенного. Я последний в роду. Мой брат погиб на дуэли. Моя мать сумасшедшая. В меня влюблен великий князь. От этого всего можно сойти с ума. Но я, как видишь, ну что с тобой? Митя, Митя, в чем дело? Он здесь. Кто? Это животное, Распутин. Он сейчас смотрит прямо на нас. Кофе. Мне чай. Познакомь. Я не стану этого делать. Ты что, не понимаешь? Я эту свинью сейчас перед всеми ослаблю. Напою до бесчувствия, без штанов заставлю плясать. И лично прослежу, чтобы государю все доложили во всех подробностях. Дим, вот интересно. Шампанское, фрукты, пирожные к столику Распутина. О, идут. Не оборачивайся. Позволь, Феликс, представить тебе старца Григория Ефимовича Распутина. Петя. Сядь. Ты кто такой? Вот елкин корень. Ты представь его горю. Его сиятельство князь Феликс Феликсович Юсупов, граф Сумароков Эльстон. Что же вы делаете, Григорий Ефимович? Поесть пришел. Милый ты мой. Идем. Идем! Григорий Ефимович, ну что вы? Ну зачем ты этот цирк устроил? Не люблю. А как вы объясните, что после такого публичного унижения Юсупов стал навещать Распутина? Господин следователь, что ж вы, такой тертый человек, а не понимаете. Иного ведь, чем шибче по морде бьешь, тем больше он тебя любит. Сапоги целовать готов. Ну, я на таких нагляделся. И знаете, от сословия здесь ничего не зависит. Что кучер, что князь. Человек, он и есть человек. Вас я вижу. Посетили. Да. Утром приходили, все реквизировали. Анна Александровна. Анна Александровна. Меня, наверное, снова арестуют. Это невозможно. Нет. Да. Меня в Царское не пустили. Спрашивайте, Генрих Иванович. Я готова отвечать. Анна Александровна, я прихожу к выводу, что смерть Распутина есть результат заговора членов царской семьи. И вынужден говорить с вами об этом. Извините. Как цветок голубой среди снежной зимы я увидел твою красоту. Яркий луч засиял мне из пошлости тьмы, и лелею свою я мечту. Время изменится, сердце усталое, счастье узнает вновь. Время изменится, море размеется, сердце усталое, счастье узнает вновь. Как видение, как сон, ты уйдешь от меня, озаривший всю душу мою. Свою тайну любовно и тайно храня, я тебе, дорогая, спою. Море Господа, благотворительный концерт окончен. Сам не знаешь, как ты прекрасен. Господь одарил тебя великим талантом, Феликс. Войдите. Князь, это было потрясающе. Но теперь я жажду слышать в вашем исполнении сонеты Шекспира. Вы так добры. Ваше Высочество. Ваше Высочество, позвольте представить вам сэра Бьюкинена, полномочного посла Его Величества, короля Георга V. Князь, я понимаю, что момент не самый подходящий, но я бы хотел продолжить ранее начатый разговор. Я жду тебя внизу. Ты был великолепен. Прекрати. Как тебе? Талант. Что вы скажете, Ваше Величество? Да, князь Феликс очень талантлив. А еще у него большое сердце. О его благотворительности известно всем. Я уже спрашивал князя Феликса, что подарить ему на свадьбу. Представьте, он сказал, что лучшим подарком считает мое разрешение бывать в театре, в царской ложе. Скромный, достойной моей племянницы Йонаш. Поздравляю. Ирена, поздравляю. Ситуация осложняется с каждым днем, князь. Влияние Распутина на государыню становится безраздельным. Если этот мужик добьется мирного договора с Германией, то сотни тысяч германских солдат развернутся против нас. Нам не выстоять. Распутин должен быть убит. Сэр, я разделяю вашу озабоченность. Я прекрасно знаю, каким верным другом Британия всегда была для России. Я первым бы приветствовал гибель этого проклятия русского царского дома. Но... я не убийца. Для этого ведь тоже нужен талант. Я принес вам привет от вашего давнего друга, Освальда Рейнера. Вы его помните? Конечно. Надо же. Ты научился рисковать. Где твой трусливый стиль? Это Распутин вылечил тебя? Иди к черту, Освальд. Продолжай. Ага, ты злишься. То есть слухи в обществе не лишены основания. Он лечит тебя? От чего же? Я не болен. Я вынужден с ним общаться, не по своей воле. Я ненавижу его. Ты боишься его, потому и ненавидишь. Иди к дьяволу. Пожалуйста, подружись с ним, Феликс. Это очень важно. Ты должен. Из показаний филеров очевидно. Дружба между Феликсом Юсуповым и Распутиным, казавшаяся многим при дворе странной, окрепла за последующие годы необычайно. По свидетельству очевидцев, князь тяжело переживал весть о покушении в Покровском и даже порывался навестить Распутина в Сибири. А когда дружба между Распутиным и Юсуповым дала трещину? А перед самым убийством, за месяц где-то. Ярости. У нее припадки. Требует, чтобы я прекратил сюда визиты. Говорил, лечить я могу. Заговорил. Один раз. И немедленно об этом пожалел. Как Ирина? В Крыму с бэйби. Здорово. Третьего дня говорит. Странно живете. А я странный. А ты чё в пажеский корпус-то пошел? Ты же не военный человек. Теперь война. Всякий должен быть готов встать в строй. Ты маленький, когда притворяешься, сразу болеешь. Чаю с медом выпей. Не буду. Грудь-то заложена? Пей, говорю. Зачем я от вас все это терплю? Я ненавижу мед и всякую власть над собой. Ненавижу. Меня слушаться не зазорно. Батюшка, там Анна Александровна пришла. Я к ней выйду. Не надо вам встречаться. Только царицу сердить. Что стряслось? Твой телефон. Невозможно дозвониться. Только Симонович звонил. Работала. Неважно. Цесаревич не спит. Ушко болит. Сильно. Плачет. Сударь не мечется, просила приехать. В Царское звони. Царское село. Александровский дворец. Ты чего, Алешенька, полуночник? Болит? Ничего не болит. Иди сейчас ложись спать. Ушко не болит. Не болит, говорю тебе. Ложись спать. Как интересно. Добрый вечер, сударыня. Вообразите, какая пикантность. Старец Григорий на сон грядущий любуется моей супругой. Не надо, маленький. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой любвеобильный у нас старец. Фотографию где-то украл. Слюни на нее пускает. Да я молюсь на нее, как на икону. А в свою уборную не берете ее с собой? Святой отец. Звонили из Царского. Алешенька уснул. Феликс, теперь мы можем совершенно обоснованно утверждать, что Распутин работает на немецкую разведку. Сотни тысяч марок и германофильская пропаганда императрицы уже приносят плоды. Какого черта ты сообщаешь об этом мне? Что я могу сделать? Я не знаю, Феликс, но это ваша страна катится в пропасть. Освальд, ты понятия не имеешь, какую власть он имеет надо мной. Я его боюсь. Представь, что он имеет подобную власть над царем. Ты боишься его, потому что под его контролем и твоя мать, и твоя дочь. Ты власть над Ирен, черт побери. На что ты меня толкаешь? Тебе не надо его убивать своими руками. Я знаю людей, которые готовы присоединиться к заговору. Ты мог бы его возглавить. Я? Да, Феликс, ты. И ты сможешь решить вопрос своей чести, вообще-то. Завтра, господа, в Думе обещается прекраснейший скандал. Кабинет министров во главе с Протопоповым будет читать декларацию. Я еду туда смотреть на этого клоуна Пуришкевича. На вашем месте я бы познакомился с ним ближе. Так ты говорил о нем? Да. Познакомиться с этим прекрасным идиотом. Отличная идея. В последнее время мы с Феликсом что-то заскучали. Превосходно, господа. Давайте попробуем. Григорий просил за князем проследить, ну, чтобы тот сгоряча делов не натворил. Ну, я и проследил, нет, что, по старой привычке. Жаль, по-ихнему не бум-бум. А почему вы решили, что он англичанин? При дворе была повальная мода на английский. А вот почему. До дому-то я его проводил, а на доме английский флаг. Но посольство ихнее. Да уж. Тут трудно ошибиться. А где еще в эти дни успел побывать Юсупов? В Таврическом, на следующий день. Распутин, господа! В настоящее время опаснее, чем был когда-то лже-Дмитрий. Господа министры, если вы истинные патриоты, поезжайте в Ставку, бросьтесь к ногам царя. Имейте мужество заявить ему, что внутренний кризис не может продолжаться, что слышен гул народных масс, что грозит революция, что необходимо темному мужику дальше управлять Россией. Браво, господин депутат. Спасибо, господа. Ваши слова подхватит вся Россия. Они прозвучат колокольным звоном. Вне всяких сомнений, Владимир Митрофанович. Господа, это честь для меня. Не желаете ли после заседания посидеть в уютном месте? Поговорить и подушиться. Желаем. Но прежде хотим знать, готовы ли вы принять участие в заговоре против столь ненавистного вам человека. Кого же? Мы хотим убить Григория Распутина. Вы с нами? Убить? Уничтожить физически? Да. Безусловно. Охарактеризуйте коротко участников заговора. Извольте, господин посол. Во-первых, князь Феликс Юсупов. Распутин имеет над ним неограниченную власть. Князя это страшно тяготит. Кроме того, Распутин влюблен в его прелестную супругу. Феликс умирает от ревности. И вы, разумеется, раздували этот костер. Позвольте сказать, я не давал ему погаснуть. Далее, великий князь. Он был смертельно оскорблен Распутиным. Мужик расстроил его помолвку с царской дочерью. Храбрый, легкомысленный, импульсивный. Любовные наклонности его весьма скандальны. Распутина он ненавидит от всей души. С его стороны участвовать в заговоре – необдуманный поступок. Он двоюродный брат царя. Я понимаю. Но я думал, что наша задача – придать этому событию как можно больший вес. Я думаю, что… Я понял. Продолжайте. Присутствие в заговоре Пуришкевича сообщит этой драме ее настоящее значение, ее политический контекст. Он яростный поборник самодержавия и православия и должен доказать, что монархисты, чувствуя, чем угрожают России безумство царицы, готовы защищать трон и страну даже против воли самого царя. На что же он рассчитывает? Слава, сэр. Слава? Да. Ему обещано, что как бы ни развернулись события, именно ему будет приписано исполнение приговора. И это произойдет сегодня ночью, сэр. Шестьдесят шагов. Прекрасно, господа. Сюда прямо к двери следует подогнать автомобиль таким образом, чтобы с улицы не было видно. Это важно, господа. Через реку, в 61-м номере, полицейский участок. Да и шпики будут неподалеку. Ведь за Распутиным неотступно следят. Сегодня ночью тоже будут следить? Я говорил ему, что приглашаю его тайно. Он отпустит охрану. И что же ты сказал? Отставь, сделай милость. Господа, 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 к делу, к делу. Это важно. 100 раз проговорено, Владимир Митрофанович. Ага, попались, господа, а? Не узнали доктора? Кто это? Я. Я дал деньги на этот маскарад. Посмотрите-ка, типичный шофер, хлыщ и подлец. Екатерина Гашкевич, специальные частные курсы французского и английского языков. Елизавета Шабельская, пошив женского платья. Екатерина Сухомлинова, шляпки, перчатки, косынки из Парижа. Генерал Сухомлинов. Батюшке не здоровится, но доктора назвать не дает. Здравствуйте. Григорий, а что с тобой? Позвонить Батмаеву? Ничего не болит. Чего пришла? Государыня не спит, совсем переживает, что царя в Ставке спаивают. Боится, что он от этого заболеет. Скажи ей, это не болезнь. Царь вино пьет, чтоб стыд не мучил. Стыд? За что же ему должно быть стыдно? За нас, Аня. За всех. За грехи наши, нынешние и будущие. Да у тебя жар. Не уговорил. Че там петь? Так я говорю, Коробейников, гласные из Одессы, банкир Хомяков, певица Олейник, инспектор народных училищ Копытов, Татищева графиня. Ничего важного. Денег много? Ой, не знаю, не считал еще. Ты вот что. Деньги возьми, иди домой к своим. Так рано еще, не могу. Иди. Тревожно мне. Успокой меня. Скажи, что не уедешь, не оставишь нас одних. Ну что? Что с тобой? Я же чувствую, что что-то не так. Сердце стучит, как у врагу с Парельсом. Или что это? Женщина? Ты ждешь ее. Поэтому ты отпустил охрану? Отец Григорий, ну это же смешно. Вы влюблены? Аня. Как я уже докладывал, Распутин неоднократно говорил государю: «Моя смерть будет и твоею смертью». При этом установлено также, что при дворе он пользовался репутацией человека, обладавшего даром предсказывать события, облекая свои предсказания в загадочные формы. Но если предположить, что это правда, можно ли поверить, что такой человек не смог предугадать покушение на самого себя? Сына Божия все знают, кто убил. А вот что он сам-то на смерть пошел, поважнее будет. Он что, пошел на смерть добровольно? Но зачем? Входите, Марья Григорьевна. Генрих Иванович, мне страшно. Вам нечего бояться, Марья Григорьевна. перестаньте. Нет, Марья Григорьевна. Нет. Я противна вам. Но не мотайте же вы головой. Вы должны объясниться. В чем дело? Во мне? В моем отце? Говорите же! Марья Григорьевна, я закончил свои допросы и не смею более его задерживать. Вы сейчас соберете вещи, я возьму извозчика, я отвезу вас к Вырубовой, она за вами присмотрит, я думаю, это будет правильнее. Что ты так на меня смотришь? Помнишь, дочка, как Бога в прохожих искали? Помню. Гляди, дочь, дядька едет. В лицо ему гляди. Есть в нем Бог или нет. Плохой он или хороший. Чего боишься, дочка? Люди страшные, боюсь их. Эти не страшны. Плохого человека сразу видать. Бога в нем нету. Нету? А куда он подевался? Не знаю. Может, вышел куда. А ты гляди на людей хорошенько, сразу поймешь, есть в нем Бог или нет. О, гляди, он, видишь, дядька ей. Гляди хорошенько, есть в нем Бог или нет. Не хочу, боюсь. Страшно, когда нету. Злый, плохой он. Небось, девок на обед жрет. Сейчас выпрашивать тебя будет. Прячься. Прячься быстрее. Теперь на меня гляди. Есть во мне Бог или нет? Плохой я человек или хороший? Самый лучший. Ты у меня хорошая. Большая совсем. Скоро свататься пойдут, а я тебя не отдам. Рубаху принеси эту крамую. И штаны дай новые, бархатные. Приедь за мной. Не суетиться потом. Иди. Хорошо, батюшка, я принесу. господа. Это Пуришкевич. Чего не спишь? Я тебя провожу, потом спать буду. Чего меня провожать? Дорогу найду. Спи. А когда мы дома поедем? Скоро. Сядем в поезд и поедем. Сперва потихоньку. А потом побыстрее. Спи. Ой, вода, вода. За горы и ушла. А где гора? Черви выточили. А где черви? Гуси выклевали. А где гуси? Унес ветерок.